Сейчас я прочитаю благословение, и мы будем зажигать первую свечу. Да, вот это. Когда ты была маленькая, ты тоже зажигала со мной свечи. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальную свечу. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, явивший чудеса отцам нашим в те времена, в эти дни. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам жизнь и поддерживающий ее в нас, и давший нам дожить до этого времени. Эти свечи зажигаем мы в память о знамениях и чудесах, и о спасении, и о войнах, которые сделал ты для отцов наших в те времена, в эти дни года. И в течение всех 8 дней Хануки эти свечи святы, и нет у нас права пользоваться их светом, но только смотреть на них, чтобы благодарить и возносить хвалу великому имени Твоему за Твои знамения и за чудеса Твои, и за спасение, посланное тобой. Нет, они будут гореть долго. Почему мы их ставим на подоконник? Чтобы люди в окне тоже их видели. Они должны гореть минимум 30 минут. Чтобы все люди, которые проходят, они должны видеть и понимать, что у нас здесь праздник. Праздник Хануки. Вот там люди. Вот, как раз они будут тоже смотреть. И у них тоже будет праздник, и они тоже будут радоваться. Да, почему надо праздники устраивать дома. Да, устраивать дома. И это как раз один из очень важных домашних праздников. А может... Между прочим, мама нам сделала латкис, мы только что их ели. Это такие специальные праздничные. И как раз сегодня, смотри, снег первый выпал. У нас в Варшаве нет снега обычно, а тут есть.